В целях поддержки 22-х зимних Олимпийских игр во всех школах Краснодарского края провели занятия под названием «Здоровые дети в здоровой семье». Такие спортивные уроки приобщают детей к семейным ценностям, сохраняют и укрепляют здоровье школьников, а также пропагандируют здоровый образ жизни. О том, как прошли олимпийские уроки в нашем районе, смотрите в следующем материале выпуска. 7 февраля, в день открытия Олимпиады, вместо первого урока во всех школах Краснодарского края провели веселые старты. Учащиеся лицея номер 4 активно участвовали в спортивных эстафетах. Зайчата, медвежата и леопардики – так были названы команды в честь символов зимних игр. После веселых стартов для школьников провели занятия, на которых они писали пожелания олимпийцам и просто обсуждали, как важно заниматься спортом. Огромное внимание в нашей стране уделяется спорту. Мы хотим, чтобы наши дети были спортивные, здоровые. Дети из нашего лицея занимаются физкультурой 3 раза в неделю. Помимо этих занятий мы еще посещаем комплекс «Лидер», в котором наши дети еще по 2 часа тренируются. Маленьким школьникам олимпийские уроки очень понравились. Они с удовольствием отвечали на все вопросы и читали стихи о спорте. Среди ребят уже есть фанаты спортивного образа жизни. Занимаюсь спортом, греко-римской борьбой, чтобы стать сильнее и защищать свою родину. Почему нужно заниматься спортом? Чтобы быть крепким и чтобы все были здоровы. Потому что спорт укрепляет здоровье и мышцы. И благодаря спорту можно защититься от ударов. И можно выиграть кубок на Олимпийских играх. Привычки, характер, образ жизни – все это во многом закладывается именно в детстве. И очень важно рассказать малышам, а еще лучше показать на собственном примере, что спорт – это не только прекрасное здоровье, но и возможность стать успешными людьми, такими как олимпийские чемпионы. Их достижениями гордится вся страна. И, быть может, именно после этого урока у кого-то из ребят появится желание последовать их примеру и покорить спортивные вершины. Тина Копачевская, Михаил Варгулев. Программа «События».